Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня в нашем обзоре вновь только самые актуальные украшения от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Откройте новый осенний сезон вместе с украшениями из интернет-магазина «Серебряная птица». Представляем вашему вниманию очаровательный комплект украшений из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования без вставок. В него входят кольцо, серьги с английским замочком и подвеска. Цепочку вы можете выбрать по своему вкусу. У нас это цепь с артикулом КТ-35. Дизайн изделий словно частички ажурной филигранной мозаики. Это придаст вашему образу загадочности и шарма. Уверены, что поклонники классических филигранных украшений от Красной Пресни сумеют по достоинству оценить такой комплект. Удивительный серебряный комплект в покрытии золочения. Кольцо и серьги смотрятся просто роскошно вместе, но также ничуть не потеряют своей красоты и по отдельности. Обратите внимание на небольшой сверкающий фианит. Он расположен не идеально по центру каждого украшения, и это придает изделиям дополнительную изюминку. Проявите свою индивидуальность вместе с ювелирным интернет-магазином «Серебряная птица». Сверкающий и праздничный комплект украшений. Посмотрите, в нем нет ничего лишнего. Лаконичная оправа, украшения из серебра высшей пробы и крупный фианит собственной огранки. Настоящее восхищение. С таким комплектом без внимания вы точно не останетесь. Тренд на минималистичные украшения не сдает позиций, а значит и мастера Красной Пресни также идут с ним в ногу и показывают нам яркий пример того, как одна деталь образа может сделать его гораздо более интересным. Так, например, вот такие серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения или бродирования подойдут для тех, кто хочет быть на пике модных тенденций в новом сезоне. Броши – украшения абсолютно вневременные. Они актуальны в любой сезон и образ, главное – уметь их правильно подобрать. Вот такие броши-перышки из серебра в покрытии оксидирования или золочения с элементами выборочного родирования.
Мы уже видим, как прекрасно они будут сочетаться с пиджаками или кардиганами в клетку. Это крайне актуальный принт в предстоящем сезоне. А также с белыми блузами. На них так выгодно будет смотреться вставка из прозрачной теплой янтарной капельки. Украшение для самых смелых. Представляем вам серебряное колье в виде спички на цепочке. Настоящий хит. Вставка на колье фианиты и доступна оно в двух покрытиях – родирование и золочение с элементами выборочного родирования. Выбирайте цвет исполнения на свой вкус и воспламеняйте интерес к себе с помощью наших украшений. Если для вас самое важное в аксессуарах – это оригинальность и смелость, то эти серьги точно для вас. Блестящее, ровное и гладкое покрытие, замок-гвоздик и два варианта покрытия – золочение либо родирование. И вот вы уже собираете восхищенные взгляды. Позвольте себе оригинальность в высшей степени, а мы с удовольствием вам в этом поможем. Классика, не выходящая из моды. Кольцо и серьги в родированном покрытии с фианитами разных размеров. Двумя миниатюрными и одним крупным. Очень изящные и не перегруженные по дизайну украшения прекрасно подойдут для вечернего образа на торжество или важное событие. Если вы предпочитаете камни округлой плавной формы, этот серебряный комплект в покрытии золочения определенно для вас. Сочетание фианитов разных размеров смотрится очень оригинально, а декоративный элемент на серьгах в виде острой шпильки делает изделие еще более интересным. Представляем вам серебряный комплект украшений
кольцо и серьги в покрытии золочения и со вставкой из культивированного жемчуга и фианитов. На серьгах английский замочек, штифт достаточной длины, чтобы не сжимать и не давить ухо. Определенно, этот комплект – беспроигрышный вариант как для праздничного образа, так и для повседневного. Ведь жемчуг, столь любимая так многими женщинами вставка, всегда должен быть в коллекции. Не стоит грустить об ушедшем лете. Вместо этого лучше закажите себе вот такой комплект украшений из серебра 925 пробы с покрытием золочения и эмалью и вставкой из фианитов. Кольцо и серьги с такими легкими, нежными, бело-голубыми цветами будто даже способны передать аромат свежего летнего луга и, несомненно, поднять тем самым вам настроение. Утонченность и женственность всегда идут рука об руку, и этот комплект – прекрасное тому подтверждение. Кольцо и серьги из серебра в покрытии золочения, с элементами выборочного родирования и вставками из фианитов. Такой комплект вы можете смело выбрать даже в том случае, если вам нужно соблюдать строгий офисный дресс-код. Порадуйте своих юных модниц в осенний сезон. Пусть зонтик будет не только защитой от дождя, но и ярким, сверкающим аксессуаром. Серьги с английским замочком в родированном покрытии или в позолоте. На ваш выбор. Стильные серьги из серебра 925 пробы без вставок в покрытии родирования или золочения. Серьги с замком-гвоздиком. Оригинальный и смелый аксессуар в вашей коллекции. Выбирайте понравившееся покрытие и оставайтесь неотразимы в любом образе.
Изделия красной пресни – это не только стильные кольца, серьги или броши, но и изделия религиозной символики. Например, вот такие серебряные подвески, крестики, без вставок, покрытие золочения с элементами радирования, либо оксидирование с желтым золочением. Закажите для себя или своих близких такую подвеску, и этот подарок будет искренним и наполненным любовью. Его точно оценят по достоинству. Наш обзор подошел к концу. Если он вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки на наши видео для того, чтобы самыми первыми узнавать о выходе новых обзоров ювелирных украшений. Мы благодарим вас за просмотр и ждем вас на нашем сайте.